рука коллекционная. Это, так понял, типа, очень странные дела или какой-то такой какой-то цветок. Цветок монстр был. Так. Фигурка хороший, принт, никаких косяков нет. Здесь, в принципе, ну, нормально. Немножко здесь. Ну, вот грязненький. Тут вот тоже заводская эта штучка отрывается. А, ну, норм. Так, руки тоже, типа, мышцы такие сделаны. Причем руки, ну, одна такая, но шипы и сама кисть, получается, одного цвета. Так. Есть. Вторая рука просто серая. Ну, кстати, с рисунком, но просто цвета разные, да? Он 50-50 такой вот он. Сделал 50 на 50. Ну, такой. Типа здесь как раз ребра, желудок, мышцы. Вот ноги такой формы интересные. Вот. Если посмотреть здесь. Бокам прорисован. Такие вот ноги. Сзади тоже прорисован. Как раз бедренный кость здесь. И вот такой будто закрытый цветок, а это вот сверху одевается. Такой вот он здесь. И причем тоже здесь открытый, а тут вот какие-то синенькие сосудики. И такой вот расширенный квадратик. Ну, голова тоже, если посильнее одеть, будет крутиться. Все нормально.